Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня тема нашей передачи будет обзор очередного гаджета для того, чтобы вычесывать собаку. То есть вчера я получил посылочку, вот такую вот, и в этой посылочке находился вот этот гаджет под названием «Линькатор». Сразу хочу сказать, производитель Россия, изготовление Россия, ну и, соответственно, упаковочка такая, которые можно сделать вывод сразу же о том, что, собственно говоря, прибор качественный, не какая-то фейковая подделка, потому что здесь присутствует даже голограмма, и сайт российского производителя Лапа РФ. Итак, ну, друзья мои, так, чтобы не сочли вы за рекламу, значит, данного прибора, я потому что уже делал подобные обзоры подобных приборов, и почему я остановился вот сейчас вот именно на данном. На данном виде расчески, щетки, как хотите называйте, чтобы вычесывать собаку. А почему именно на это? Потому что, собственно говоря, мне для того, чтобы вычесать собак именно на работе, я здесь не особо стеснен в средствах, то есть как бы организация может позволить себе, и я решил выписать более качественный прибор. Значит, ну давайте сразу сходу проведем такой сравнительный обзор, сравнительный анализ. Ну и для тех, кто первый раз вообще смотрит эту передачу, хочу вам сказать, что вот обыкновенной пуходеркой, да, если вы вычесываете собаку, то вы просто гладите ее. На самом деле вы никогда не выберете тот пошерсток, омертвевший, который находится на собаке, вот такой обычной пуходеркой. Если у вас проблемы дома, если у вас собака линяет, если вам предъявляют претензии ваши родственники, близкие, которые проживают с вами в одном жилище, если там аллергия еще, не дай бог, у кого-то находится, то без данной вот модели именно щетки для вычеса животных вам не обойтись. Ну, итак, то есть я уже делал вам подобные обзоры вот на такой прибор, да, вот не дай бог кому-то вот подобный прибор приобрести, да, для вычеса. Видите, у меня тут уже запчасть одна от него осталась. Так, понравилось мне то, что здесь находится вот такая кнопочка. Упаковка, ну, видно сразу, что это, собственно говоря, сделано качественно, сделано хорошо, избавляет от проблем с выпавшей шерстью, делает питомца симпатягой, качество ухода в салоне, комфортно, эстетично, безопасно, быстро. И здесь лезвие из нержавеющей стали, да, с ровными гладкими зубцами, сглаженными на конце. То есть сразу хочу сказать, что пока вот эта вот расчесочка у меня чешет достаточно хорошо, несмотря на то, что выпадает ручка, да. Ну, здесь ручка была поломана сразу же. Вот здесь после года использования, а я смотрю, в принципе, производитель один и тот же. После года использования стала драть она волосы. Я уже и обезжиривал ее, и что я только с ней не сделал. То есть год проработала машинка, но ручка сломалась-то сразу же. А после чего, вот даже вот здесь видно, что вот они, волосы здесь. Можете обратить внимание, что она их выдирает, и с тем самым собаке делает больно. Здесь идет гарантия, вот что мне больше всего понравилось, то, что здесь идет гарантия 5 лет. Именно на этот линкатор. И при отсутствии эффекта, значит, производитель заявляет гарантию 100% возврата. Вот здесь, видите, вот она, гарантия 5 лет. Ну, давайте теперь вскроем, что он из себя представляет. Итак, в упаковке, значит, идет у нас сам линкатор, да. Прорезиненная ручка такая достаточно, то есть, ну, будет хорошо в руке держаться. И идет защита, да. То есть, когда будет находиться у нас в нерабочем положении, мы можем предотвратить лезвие от того, что оно будет падать, там где-то что-то как-то хранится. Очень удобно то, что здесь находится отверстие для того, чтобы можно было подвесить карабинчик. Да, вон видите, у меня там крючочки. И на крючочках висят инструменты.
И очень удобно, что здесь можно тоже привязать веревочку или кольцо какое-то и подвешивать его для хранения. Так, но самое главное в этом во всем, естественно, это лезвие. Это то, что ручка, вот она ручка здесь литая, то есть она не будет слазить. То есть, допустим, вот видите, здесь тоже как бы резиновая ручка, но здесь уже резина совсем не та. И как я вам показал, когда вы начинаете чесать животное, она, ручка, начинает слетать. Да, это минус, большой минус. Здесь ручка, она литая. То есть это огромный, собственно говоря, плюс. Резиночка, она здесь мягенькая. То есть если здесь вот эта вот резина жесткая, как пластик, вот здесь вот, вот она мягенькая, она будет достаточно крепко держаться в руках, я так понимаю. Так, еще из плюсов, это вообще просто огромный плюс. Просто огромный плюс. Ну, качество лезвия я вот вижу прям сразу же, ребята. Вот тут что говорить-то, вот она камера. Вот считайте, вот это тоже как бы практически новый прибор, да? И посмотрите, я не знаю, видно вам, не видно здесь. Оцените. То есть и по цвету, и по обработке материала, это небо и земля, но видно сразу же. Но еще раз хочу повторить, когда вы вычесывать начинаете животное, вся проблема заключается в том, что вы раз-раз чесанули, да, и у вас этот комок шерсти здесь потом находится. Вы высвобождаете руку, которую держите собаку, убираете вот этот вот комок шерсти. Здесь находится вот такая кнопочка, которая происходит сбрасывание. То есть вот видите, как она работает. Она сбрасывает шерсть, сбрасывает ее. То есть, ну, также лезвие крепится сверху. Форма достаточно удобная. Достаточно удобная форма. Ну что, давайте перейдем к практике. Пойдемте сейчас во двор и попробуем вычесать собаку. Протестируем сразу же прибор в работе. Провел я тест, только вот зашел в улицу, сразу же хочу вам сказать свои впечатления. И сделать небольшое такое пояснение. Ну, разумеется, вы вычесывать собаку должны, предварительно осмотрев ее. То есть у собаки не должно быть никаких ни ран, ни порезов, то есть там ни бородавок никаких, ни родинок на этих местах. То есть смотрите, чтобы все-таки вы можете причинить травму. Плюс к этому ко всему, собака у вас должна быть предварительно расчесана, то есть чтобы на собаке не было колтунов. Это очень важно, потому что когда вы начинаете потом драть, срезать, это, ну, причиняет собаке все-таки неприятные моменты. Теперь из того, что я заметил положительного. То есть я сейчас, когда расчесывал собак, ну это небо и земля, конечно, как чешет вот этот вот линкатор. Как чешет вот эта вот с AliExpress китайская как бы щетка.
То есть, ну, я уже умалчиваю то, что здесь ручка начинает выскакивать, да, и так далее. То есть, здесь вот вы экономите, вы кучу времени экономите, когда вы вот этой вот кнопочкой работаете. То есть, вот она, видите, работает эта кнопочка. Там заметили, да, я стряхнул, все, он полетел, комок шерсти этой. Даже если он не полетел, он уже с лезвия сошел, я начинаю чесать, все. Плюс, вот... Явно видно, что вот, собственно говоря, вот это вот то ли закругленные концы, потому что на концах, то ли что, короче, ну, она не задерживается, она реально ничего не выдирает. То есть, то ли это лезвие такое качественное, ну, видно здесь и по проточке, и по самому металлу, собственно говоря, что он отличается от представленного ранее металла. То есть... Ручка мягенькая, я сейчас, конечно, работал в перчатках, но все равно достаточно-то хорошо сидит, потому что мы же силы расчесывать начинаем, да, собаку? Я вообще вот не люблю вот это, когда собаку гладить начинает этими щетками, расческами. Вот, то есть, если мы уж чешем, значит мы чешем. То есть, мы правильно начинаем чесать собаку именно с головы и заканчиваем попой, да? Грудь, голова, бока, живот, попа. То есть, если вы начнете чесать с попы сразу собаки, да, то есть она, как любой хищник, она за свою попу очень сильно опасается. Вот, поэтому для того, чтобы приучать тем более собаку, нужно именно начинать именно с шеи. В результате, что, давайте в заключение сделаем. Металл классный, хороший, чешет хорошо. Вот эта кнопка вообще просто супер. Она настолько помогает в работе. То есть, вы экономите реально время. То есть, если вот этим вот... Представьте себе, да, ты прочесал, тебе нужно, потому что, ну, убрать отсюда вот эту вот шерсть руками. Плюс вот эта вот ручка, которая, ну, реально она бесит аж, выскакивает. Вот. Здесь ручка вплавлена, на кнопочку нажал, само лезвие по себе, ну, качественное, реально качественное, она реально больше выбирает. Вот, плюс не дерет, собака довольная сидит, ну, вы там на видео, собственно говоря, видели. Итак, ну, рекомендую, я вам еще раз хочу сказать, что я вам что попал, еще ни разу не порекомендовал. Для тех, кто чешет вот такими пуходерками, заканчиваете, вы все равно не вычесываете собаку, у вас все эти волосы и так далее остаются на собаке, а потом они у вас в бутерброды начинают вам попадать, в тарелки и так далее. Когда возьмете, купите в магазине линкатор, да, то поймете разницу. Ну, раз в неделю нужно им почесывать собаку. И еще раз хочу сказать, что вот такого вида расчески подходит не для всех видов собак. И прежде чем покупать, то обязательно поинтересуйтесь, поищите информацию в интернете. Могу сразу сказать, что для пуделей, положим, она не подойдет, потому что пудели не имеют подшерсток, да, они имеют волосы. Ну, еще там для ряда пород собак, собственно говоря, как бы линкаторы вот такого вида расчески, они не подходят. Поэтому заранее поинтересуйтесь. Итак, друзья мои, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий. Олег, всем рекомендую, пожалуйста, доставка осуществляется достаточно хорошо и качественно, то есть быстро, в течение 4 дней в Кемеровскую область, Нижегородской области пришел этот прибор. Вот, ну, по поводу оплаты там, это уже на сайте посмотрите, ссылочка будет дана, поэтому захотите, приобретайте. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие. Заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.